Метель, заносы на дорогах и гололедица. Рабочая неделя в Химках началась с привычных для этого сезона капризов погоды. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На уборку проезжей части и тротуаров вышли без малого 150 дорожных рабочих и столько же единиц техники. В усиленном режиме работают и управляющие компании. Во дворах лопатами и ломами работают почти 800 человек и более 60 единиц снегоуборочной техники. Всего в городском округе Химки 1046 человек на линии и 236 единиц техники. За период с начала снегопадов вывезено более 58 тысяч кубометров снега. По прогнозам гидрометеобюро, снегопады продолжатся всю эту неделю. Может быть, они будут не такие обильные, как в прошедшие дни, но тем не менее снижать количество людей и снижать усиление по уборке улиц от снега, по устранению последствий снегопадов, соответственно, не планируется. По сообщениям синоптиков, таких снегопадов с начала зимы не было уже 80 лет.